jump on a wave. When you hit a piece of bait, you wanna jump on this. Can't take that, no, we ain't safe. I'm thumping face. Всем привет, друзья, с вами Карабаш74, и сегодня мы с вами посмотрим на игрушку Chroma Gun. Ну, что-то в переводе означает цветной пистолет, который мы с вами, собственно, видим на экране. Игру мне прислал менеджер Кристиан. Вот, он менеджер компании, небольшой, видимо, компании, независимых разработчиков. Компания называется Pixel Maniac. Я не знаю, почему Pixel Maniac, я вчера посмотрел их ролики, они там, студия у них своя. В общем, достаточно интересная там. Как он меня нашел, я тоже не представляю, но вчера на почту он мне прислал ключик. Говорит, если будет время, сними, посмотри на игрушечку, на нашу. Вот, и я решил все-таки сегодня записать видеоролик. Итак, Chroma Gun. Цветной пистолет, я уже посидел, поиграл, но мы с вами начнем именно сначала. Сразу хочу сказать, русского языка здесь нет. Здесь есть английский, есть немецкий и есть китайский. Вот. Но так как китайского и немецкого я не знаю, я буду играть на английском, как бы это ни странно звучало. Итак, музыка, в общем, все настроил по чуть-чуть. Вроде бы должно слышно нормально быть. Motion blur не нужен, потому что блестеть все будет. Субтитры, да нафиг они не нужны. Субтитры я тоже не буду ничего ставить, не буду ничего делать. Вот. Continue не будем делать. Давайте с самого начала все-таки пойдем. Вот. А что это такое? А, это миссия все? Нифига себе. Поехали. Есть какая-то музыка, я не знаю, есть ли у нее авторские права, но музычка есть какая-то, это уже радует. Проблема, сразу укажу на проблему. Проблема в V-Sync, и он просто здесь отсутствует, то есть картинка рвется. Нету этой... Да, я скажу. Вот, ладно, будем его перебивать. Нету VSync функции, и из-за этого картинка будет рваться. Ну, то есть, в самой игре не предусмотрено. Думаю, пацаны проапгрейдят, и будет все хорошо. Итак, мы ни в какую дверь не можем зайти, ничего сделать не можем. Правая клавиша мыши у нас прибавляет. Здесь сидит какая-то девушка. Здравствуйте, девушка. Фу, какие отвратительные у тебя губы. Фу, блядь. Так, что ты тут пишешь? Здорово. У нее веснушки под носом, что ли? Да, какое-то непонятное лицо. Вот здесь у нас дверь. Сразу видно, что что-то цветное. А у нас окна, кстати. Ошибка какая-то. Ошибка. Пресс. Окей, то continue. Но это не важно. Не открывается. Ладно, сразу идем. Chromatech. Я так понимаю, это компания якобы Chromatech. И мы... Знаете, игрушка по первым впечатлениям напоминает очень сильно Portal. Но геймплей совсем другой. Вот. Я побродил, походил, поиграл немножко. Знаете, зацепило. Честное слово, зацепило. Прогрузки очень быстро проходят. Пожарный. Эх. Стены обиты джинсовкой. Текстура джинса. Мягкие стены. Такое впечатление, что в психбольнице находишься. Не, ну серьезно. А вот здесь какие-то уже идут эти. Зачаровать меня хочешь? Chromatech. А вот и наша пушечка. Шут, стрельни. Стреляем. И стрелка отпала, короче. Показывает нам туда. В общем, здесь по аналогии вещей, то есть нам нужно разукрашивать все разными цветами. Я сразу могу сказать, для людей тех,
которые дальтоники. Ребят, эта игра не для вас. Если вы не различаете цветов, это будет ад для вас. Вот. Дальтоник, кстати, это не оскорбление никакое. Вот, так что... Отойди. А, видал? Нельзя поставить. Оп. Кстати, можно этим пистолетом можно красить стены, как бы это ни странно звучало. То есть наши шары в игре, они агрятся на цвет. Оп. Вот. Вон, видал? Можно поставить второй цвет, и он встает посерединке. Агрится, видишь? Желтый на желтый агрится. Так, поехали далее. Не понял чуть-чуть. А, ну просто подойти было. Ну, бывает. Вот, здесь идет вкратце описание внизу, то, что цвета нужно будет совмещать. Я поначалу не понимал, что происходит. О, видал, он посерединке растянулся. Все отлично. Вот туда. То есть тут нужно соображать, думать. Понимаете? Это, опять же, игра не для всех, ребят. Сейчас она, кстати, на скидосе висит. И ссылочка будет у нас, естественно, в описании. Все ссылочки будут. И на сайт разработчиков я, наверное, тоже вам ссылку скину. Вот. And will paint any surface not designed not to be painted by it. That being said, please. Видал? Нам просто нужно. О, как. Нормально. Вот. То есть, как вы понимаете, игрушка, я говорю, все завязано на цветах. Я не видел еще подобного рода что-то вообще от игр. Меня заинтересовало, то есть с цветами связанное, но здесь сразу вспоминается, понимаете, школа. Вот. А что нужно сделать-то? Иди сюда тогда. А, во, ага. Точняк. Ну, давай его покрасим. Оп. Ага, во, видал? Но он, наверное, нам не помешает. Да, совершенно верно, нам не помешает. Движок, я так понимаю, Unity. То есть, ну, было бы глупо, например, если бы какой-то другой движок использовали. Вот. И как бы я решил, думаю, ну, почему бы и нет, почему бы не показать. Тем более роликов... Да, вот он про триггер нам объясняет, вот. То есть нужно теперь шар нам загнать в триггер, он нам говорит. А, вот он стоит, а я его ищу. Поехали. Sensational. You have successfully understood the correlation between triggers and worker droids. That makes you more intelligent. Кстати, игрушка не очень-то и требовательная. Что происходит? А, во. Окей. Знаете, первые задания, сразу вам скажу, они очень легкие. Они просто чудовищно легкие. Эй. Во. Так. То есть тут нужно просто включить соображалку и ничего более. И все проходится. Замечательно проходится. Зацепило. Пройду обязательно всю. Обязательно всю пройду. И вам рекомендую, собственно, эту игрушку. Но, опять же, это мы в самом конце, так сказать, видео. Так, знаете, музычка на заднем плане играет классно вообще. Интерьер, вроде бы, знаете, ничего такого особенного, но интерьер как бы прикольно сделан.
Так, погоди. А, ну тут... Так, так. Так, так. Да, он растягивается посередке. Все легко. Пока все легко. Я, знаете, я за полчаса прошел где-то полтора задания. Полторы локации. Всего их около 10, по-моему, а может быть чуть больше. То есть в каждой локации штук по 8, по 10 заданий. То есть и это очень сложно. На первый взгляд это кажется очень легко. Щель. А, нельзя. А, вот, видал? Шипастые пошли. То есть шипастые это опасные у нас. Это у нас опасные идут шары. С шипами которые. Ну, сейчас все увидим, собственно. Вот смотри, если в шипастый пульнуть, он начинает агриться, вот, смотри. Опачки. Ну, я специально, чтобы вам показать. И все. Он видит триггер. Вы его доводите до триггера, и он, собственно, агрится на желтый цвет. Но он продолжает крутиться, опять же. Вот так вот. Опасный. Очень опасный. Chroma guns paint can be mixed on canvas. If you remember your time in kindergarten, that part should be easy. If you don't remember or you never actually went to kindergarten, you may attend the Chromatech seminar on subtractive color mixing for preschoolers at the end of the test. Да, он здесь вот нам начинает говорить то, что якобы совмещение цветов уже надо делать. То есть, чтобы получился вот этот цвет, нужно коричневый, да, назовем его. Ну, светло такой, коричневый какой-то, я даже не знаю, как этот цвет называется. То есть, нужно красный и желтый смешать, и получается вот такой вот золотой, наверное, цвет. Но он, опять же, опасен. С шипами. И начинаются первые трудности. Это первая самая трудность была, я вообще не мог доехать, что здесь нужно сделать. По сути, как бы все просто. Но начинать нужно, я говорю, смешивать цвета. Голубой и желтый, естественно, получается у нас зеленый. Вот. Здесь у нас красный и желтый мы смешиваем, получается. Так. И третий у нас получается... подожди. Стой. Не понял. Этот мертвый у нас, то есть он вообще стоит просто на одном месте, он ничего не делает. Вот, да, мы просто в другой цвет полоску перекрашиваем. То есть вот эти, вот эти полоски, их нельзя перекрашивать, которые вот за этой вот, за этими сотами находятся. То есть такие полоски не красятся, красится просто полоска без сот. Поехали. Так, здесь у нас вообще валяется просто шарик. Ну, это желтый, это очевидно. Так, здесь у нас получится золотой. То есть, здесь, понимаете, нужно вспоминать детский садик и школу. То есть, как, при совмещении цветов, это, ну, по крайней мере, меня учили этому в садике. Вот, совмещение цветов, собственно, и получается определенный цвет. Но я тоже не помню эти цвета. То есть их здесь очень много. И нужно вспоминать их. Вот в чем дело-то. Тут все просто. Проще, можно сказать, некуда. Такая вот, знаете, забавненькая игрушка. Вот, теперь видал? Нам дают ствол. Не просто желтый, а разноцветный пистолет. Теперь, наконец-то, у нас появился разноцветный пистолет. То есть, мы можем перебирать колесиком мышки любой цвет, который нам нужен. Допустим, желтый, красный и синий. Вот. Основные цвета. А при смешивании вот этих трех цветов получаются определенные цвета. Ну, например, вот желтый. Давай с голубым смешаем. Получается зеленый. Вот. Либо красный смешать с синим. Получается фиолетовый. Вот. То есть цвета очень сложные. Надо вспоминать все вот это.
У нас здесь просто можно как 1, 2, 3 нажимать кнопочной клавиатурой. Также можно и просто выбирать колесиком мышки. Что, в принципе, мы и сделаем. Точнее, будем этим пользоваться. Картинка рвется, конечно. Но я ничего не могу сделать. Голубой. Это у нас... А, нет, просто давай вот такой вот. Да, отлично. Так, еще один цвет. Красный. Но это обучалочка идет. То есть это идет обучалка, нам показывают все. И поперли следующий уровень. Да, вот тут у меня возникли определенные сложности. Начинается совмещение цветов. То есть это, я скажу вам, что это очень сложно. И за первый раз вы не пройдете, возможно. То есть потому что вы, например, берем красный, по-моему. Да, по-моему, красный и желтый. И получается золотой. Вот, мы первый загнали. То есть вам нужно будет наносить на шары такие два цвета. Вот, нам сейчас нужен фиолетовый. Фиолетовый это у нас красный и синий, по-моему. Да, совершенно верно. Так, и здесь у нас получается... так, это должно получиться как-то... подожди. Должен быть зеленый. Да, зеленый. А зеленый это у нас желтый и синий, по-моему, зеленый. Да, совершенно верно. И все, у нас дверка открывается в следующий этап. Если вы неправильно наберете цвет, что в принципе сейчас будет со мной же происходить, вот, потому что я говорю, я не помню эти все цвета. Так, здесь у нас зеленый, это желтый. И красный, по-моему, да? Нет! Все, коричневое стало. Уже больше ничего не сделать. Если она перерисовалась в коричневый, уже ничего не сделать. Все. Это окончательный цвет, который нельзя изменить. То есть это уже можно сказать... так. Шар, видите, тоже покрыт сотами. Это значит, что его поменять нельзя. То есть, собственно, миссия проиграна, так скажем. Вот. Так, у нас там желтый и... Подожди, а если, например, нам покрасить желтый и синий? Так, синий и... Ну, желтый опять же. Зеленый. А здесь у нас золотой, это у нас получается желтый и красный, что ли? Лети! Не летит. Представляешь, забаговался. Ну не забаговался точнее, а он почему-то мертвым стал, не знаю почему. С чем это связано, нам нужно будет все три поставить на место для того, чтобы вот эта дверь открылась. Итак, давай подойдем сюда и быстренько, так сказать, вот так вот, да. Вот так вот сделаем. Он смеется над нами. Как ему не стыдно. Так, желтый и красный. Это сделали. Далее у нас идет желтый и синий, по-моему, да? Нет. Все, я опять неправильно сделал, он коричневым стал. Так, подожди. Желтый и красный. Вот. Нам же фиолетовый надо сделать. Зачем? Все, коричневым стал. Теперь уже... Ситуация проиграна основательно. Давай, давай, давай.
Если по нему выстрелить, он вас... да. Вот. То есть вот я про это и говорю. Смешивание вот этих всех цветов. Желтый и... Какой цвет-то, я не понял. Красный, что ли? Точно. Так, желтый, красный. Здесь у нас, чтобы получить фиолетовый, надо красный, по-моему, и синий. Да. Красный, синий, фиолетовый, желтый, красный, это золотой. Так, нам нужно сделать зеленый. Это желтый и красный. Нет! Отстань! И с ним больше ничего не сделать. Вот в чем дело-то. Все, он коричневым теперь вообще стал. Подожди, а коричневый цвет есть? Нет коричневого. Ну все, все, давай, давай уже. Вот. В общем, я думаю, что вы суть всю поняли. Давайте поднимемся еще раз. И я думаю, что, в принципе, можно закончить ролик. Понимаете, это нужно делать, во-первых, не на камеру. Во-вторых, нужно сидеть, думать по поводу смешения цветов. Можете даже, допустим, открыть в Гугле, загуглить. То есть, смешивание цветов. И вам Google выдаст, например... Ну, я так думаю, опять же, я так не делал. Вот. Google, наверное, вам выдаст, какой цвет нужно с каким-то смешать. И какой цвет получится. Я думаю, это упростит немножко вашу... как сказать-то, ваше прохождение данной игры. Ссылочки все будут в описании. С вами был Карабаш74. Вот. Игрушка зачетная. За кадром обязательно пройду ее. Вот. Она не для стрима, эта игра. То есть как-то вот так вот. Тем более, что я уже 100 тысяч лет в садике не был. И не помню уже по поводу смешивания цветов. Подписывайтесь на канал, подписывайтесь обязательно в группу ВКонтакте. ВКонтакте на мои новости подписывайтесь. И всем удачной игры, всем удачи, всем пока. Ставьте лайки, комментируйте, ребятки.